Всем привет, играем против Жанны Агузаровой, 20 ранг. Она любит играть вертолетами очень. Это мой враг номер один. Именно из-за нее я начал качать тайфуна. Делаем стандартную развертку. Красное производство пехов. Апштаба. И сейчас будет красная разведка. Только вот бункер надо поставить сначала. И поехали, побежали пехи. Так, ставим дальше. Хочу рассказать, что я создал беседу для любых игроков арты. То есть, независимо от клана, фракции, ранга, вы можете вступить. Там уже есть 10 человек, мы общаемся дружно на разные темы по арты, не только. Внизу я ссылку дам на беседу и правила, поймете. Приглашаю, в общем, всех. Так, на суше почти все ящики собраны, так, давайте вверх. И сейчас, когда соберем все ящики, включим стройку. Синенькую стройку. Ай, блин. А чё я промахнулся? Вот голду потратила. Ай. Криворукие, блин. Голды на меня не напастёшься. Хотя теперь море быстро выйдет. Но жалко голду. Так, глянуть надо, что у меня там. Хотя это очевидно. Там будут вертолеты. Тут даже разведку проводить не надо. Яги у нее слабые. Ну, не знаю насчет слабых, но управляет она ими криво. Так, спецзавод надо ставить. Так, тут не вмещается. А, это место плохое. На холм залетять и снесут. Ну, классно, электр не хватает. Ресурсов не хватает. Ничего не хватает. Эх, люблю я такие игры, когда ничего не хватает. Шучу. Так. Атака флота надо. Чуть-чуть побыстрее, чтобы двигались. Так, пехи. 3 пеха. Пришли посмотреть, что у меня. Интересно, у него прям есть? Лучше бы она сдавалась мне. Я буду экономить на бустах, а она время будет экономить. Так, строим еще один СД. Нам надо больше места. Одной казармой можно пожертвовать, все равно пехами не играли. Она обычно в море не выходит, а делает только стрекозы. И все. А стрекозы сливают все на море. И моих дельт. Печально. Сейчас где-то не появится. А вон там, наверное, уже появились. А нет. Пех. Ничего. Ящичков соберем. А вот и стрекозы. Наверху надо успеть взять. И надо уже строить ПВОшки какие-то. Да. Как они же далеко стреляют. Штаб надо как бы апать. Но... Но угроза с воздуха слишком большая. Так. Тут и в густах. Чуть-чуть. Надо глянуть, постараться, что у нее там. С воды хотя бы. О, ящичек. Так, ящик, давай, возьми ящик. Ну, ящик взял, это хорошо. Плюс 250 ресурсов. Так, давайте еще один спецзавод. В данном случае один спецзавод нас не спасет. Ой, это что? Истребители будут. Это у нас что-то интересненько. А вот это я не ожидал. Так, третий штаб. Авиазавод. Второй уровень. А вот это неожиданно. Неожиданно. Что-то новенькое пытается. Наверное, баланс повлиял.
узнал, что зевсы по истребителям не пуляют. И теперь начинает их клепать. Ну, посмотрим, что она сделает. Так, она что, дверь строит или апает? Кто? Что там? Так, тебе отогнали чуть-чуть. Это будет интересненько. Вот она будет делать такой хороший, походу, дрочь. Будут так минимум 8, даже 10, может быть, больше истребителей. Будет мясо. Посмотрим, качанное они у нее хотя бы. Так, вот и истребитель пошел. Так. Старикозы прилетели. Чуть-чуть поцарапаем, хотя восстановится. Шансы у меня на больше, чем у нее. С воздухом, против воздуха я привык бороться. Так, давайте красненько. Так что мне тут понаприходило всяких уведомлений. И торпедку поставим от всяких морей. Да и ПВО поможет чуть-чуть. Когда будут кричать и разворачиваться, могут забить. Лишнее ПВО нам не помешает. Есть большая вероятность, что с моря залетит со стороны моря. Или со стороны горы. Я бы залетал бы там. Да ой, что вы хотите? Так. Тайфунчики. Дыдыш. Так, тайфунчики нас впереди. Ой, полетели. Давайте воздух. Минус один. Задело называется. Потеряла только. Ну, уничтожает этот бункер. Мне его не жалко. Да. Но лучше на ее месте с СДС сносить. Чем бункер какой-то. На бункер как минимум два захода 4 вертексов надо, ой, не вертексы, как их там засопру, я их не помню уже. Так. Передвинем чуть-чуть к центру поближе к заводу, чувствую, завод будет сносить и надо обратно бункер. Так. Чувствую, будет мясо. Скоро будет мясо. А разведка мне не помешала, в принципе. Так, сколько у меня тайфунов? 6 штук. Вот такое. Хватит, помню. Надо вертексы делать. Вертексы. Давайте побыстрее, чтобы было. Все равно со земли мне ничего не грозит. Она будет чисто воздух делать. Будет землю делать, только поймет, что и будет жопа боль. Так, вот, полетели. Так, минус один. Бункеры сносит несчастный. Больше теряет. Так, надо чуть-чуть поближе. И посмотрим, что там, насколько все плохо. Может, Яков делает. Так, давайте обратно бункер. Ой, что прилетели. Ну что, завод первый. Значит, будет чистая авиадрочь. Так. 5 штук. Что-то кажется, они
не сильно качанная. Или у меня просто тайфуны сильно качанные. Даже не знаю, что. Зевсов все-таки надо потихонечку клепать. Думаю, она будет сильно отвлекаться на вот авиазавод и аэродром, и будет много сливать своих кречетов от моей тайфуны. Я выиграю по ресурсам. Так, аэродром, много аэродром. Ё-моё, нельзя нормально поставить и не задеть электростанцию. Да, все-таки классная ПВОшка Тайфун. Конечно, есть минус, но в общем она классная. Давай синьку. Так, мне це не подобається. Так, поставим сюда. С горы очень хорошо пулять будет. Так, говорит, снимать. Ай, не успел. Так, давайте воздух. 600 ресурсов потерял. Он 900, хотя я столько же потерял примерно. Да уж. Не успел всех снять с производства, только одного успел. Так, чё он хочет? Так, Зевсы надо. Зевсов мало. Еще бункер построим там, чтобы было видно, если что. Ну давай, залетай на северодром и потеряй кучу своих, я жду. Так, давайте чуть-чуть техники делаем. Нам надо больше циклонов. Больше циклонов, больше. Ой, циклонов, тайфунов, тьфу ты. О, прилетели так. Чё он сносит аэродромы? Блин, где этот воздух? А, где он? Ладно. Поздно уже как-нибудь. Так, давайте еще завод. Пусть отвлекается. А мы будем на земку идти. Но чуть-чуть вертексов не помешает. Один хотя бы, чтоб ее спугнуть. Так, 9. Где-то 13 штук этих тайфунов. Зевсов 6. Такое. Надо их по раздельности, чтоб, если что, не дамажили каждого одновременно. А ресурсов, как всегда, мало. Надо больше. И, в принципе, надо будет его заставить, чтоб, если сливал все он, то конкретно. И чтоб потом я мог спокойно его базу сносить. И чтоб истребители не отстреливались в ответ.
Так, сейчас вертекс закончит строиться и пустим на базу к нему. Полетел. Нет, лучше сбоку зайти. Посмотреть, есть ли кораблики надо. А вот теперь полетели. Что это он хочет? Зевсов сливать что ли? О, полетели. Полетели. Сейчас будет мясо. Так. Ну что, и ПВО не связал. Так, что-то тут много всего. Мясо. Ох, какое, сколько там ракет. Он что, мне только одно ПВО снес? Лол, одно ПВО снес. Фу, позор. Все, в атаку надо. Сейчас он, думаю, она будет пытаться делать всяких ягов. Но будет только начинать делать. Я 6 зевсами сколько, 8 зевсов просто со мной. Читай, уже победил. Добить осталось. Глянь. Так, там аэродрома было. То есть хотите сказать, на меня 12 истребителей полетело? О, постройка. Они жирные, 3 завода, 1 спец, жирновато ей. Так, пошлите в атаку за конфедерацию, уничтожьте мерзких сопротивленцев, враги народа сопротивления. Своими вертолетиками она ничего не сможет не сделать. Ох. Один залп и нету вертолетика. Она еще пытается что-то сделать, походу. Производит там что-то. Диких делать. На месте я бы сдавался. Так, я не раскладываюсь, значит, уже сдался. Да, походу, она всех истребителей потеряла. Раз нету ни одного на аэродромах. Привычка у меня в конце боя постоянно под штаб. Еще раз напоминаю про беседу. Мы рады там всех видеть. Будут общения на разные темы. Весело будет. Ладно, смотрите, как базу добивают. Всем пока.